Ну что, всем доброе утро. Ну что, ребят, всех приветствую я на своем канале. Выбрались сегодня мы за грибами. Вот, ну, не знаю, в Ленобласти, говорят, сейчас с грибом не очень хорошо дело обстоит, но посмотрим. Пособираем, приехали мы на белый мох. Вот, такие вот сосенки. Такой вот ельничек, такой мох, значит. Ну, будем смотреть, сейчас буду снимать, соответственно, если гриб увижу какой-то, буду подходить. Ну, есть брусника, опять же, да, брусники в этом году много, вот. Ну, вот, с грибами пока так потрогал, вроде мох мокрый, влага есть, но гриба пока не видно. Будем искать. Ну, прошло практически час, прошел, как мы приехали, как мы ходим. Грибов мы пока не видели. Ягоду есть, гриба нет. То есть даже, в принципе, вот ходя по тем же местам, где мы обычно собирали, там, ну, порядка 100 штучек беленьких, да. То есть сейчас вот мы уже пришли, лес тут немножко поменялся, да, пришли посмотреть. Ну, вот тут сыроежку, да, мы видим, попалась нам на глаза. Одна, гриба пока нету, да. Сейчас мы попробуем немножко сделать петлю, спуститься в низинку, там березовый лес. Уже, может быть, что-то будет там, какие-нибудь, может быть, не знаю, там, подберезовики, может быть, подосиновики. Вот. В общем, но здесь гриба я не вижу. Ну что, ребята, по грибам пока тишина. Но мы тут немножко отъехали в другое место. Пришли к болотцу, смотрите, вот такая клюковка, довольно-таки крупная, да, уже поспела. Спустились в низину посмотреть, возможно, какие-то другие будут грибы там, подберезовики, может быть, какой-то маховик. Ну что, вот мы нашли с Настей пару, ну, не знаю, подберезовик, черноголовик, да, вот спустились в такой овраг, вот, и вот. Первые, как бы, вот два грибочка, да, то есть солоновик, есть солоновик, вот. Берем сегодня с Настей грибы, которые обычно не берем, вот пару лисичек и сыроежки, да. Ну, хотя бы что-то, может быть, на жареху, как говорится, с ней соберем сегодня, вот. Ну, а так, конечно, погода чудная, сейчас стало немножко потеплее, это поганка, Настюш. Сейчас стало немножко потеплее в лесу уже, да, с утра. С утра, конечно, было очень холодно. Было с утра порядка, по-моему, 6-7 градусов. Конечно, для гриба это... Поэтому они, собственно, наверное, и не растут, потому что очень холодно. Вот. Ну, тем не менее, продолжаем собирать грибы, ходить по лесу, кушать ягоды. Вот. Дышать, как говорится, свежим воздухом. Ну что, спустился я опять в низинку в надежде того, что здесь немножко как бы более влажно, да, так скажем. Вот, иду вот сейчас смотреть, нашел там в низинке несколько подберезовиков, да. Здесь-то вообще такое как бы полуболотина, да, но не знаю, может, хоть подберезовички какие попадутся. Вот, девчата остались там собирать ягоды. Солоновика, конечно, много, но ну, вот видно, тут ходил кабанчик, наверное, прогуливался. Тропы есть, багульник, запах багульника, конечно, сильный очень в лесу. Вот. Ну, тем не менее, сейчас вот хочу маленький кружочек сделаю. Посмотрю, может, что-нибудь попадется мне. Вот, потом сегодня поедем еще в другое место, уже ближе к городу, там на болоте клюква растет, ее побольше, посмотрим. Потому что я сейчас, получается, шагаю вообще по болоту.